Доброго дня, мои дорогие подписчики. Сегодня мы с вами в другом аппарате. И у нас вот этого вот панду товарища передвинули немножко поближе, пытались, видимо, достать. Мы попробуем тоже сегодня его достать. Он мне понравился. Еще в первый раз. Вот он такой вот просто милашек. Такой вот хорошенький. Остальные закопанные. Панда в очках тоже неплохая. Но все-таки, конечно, хочется того, кто поближе, кто у нас. Ну, кстати, панду тоже можно было бы попробовать, но этот мне кажется более оригинальным на самом деле. Ой, смотрите, ребят, закинула 50 рублей, и теперь мне придется их доигрывать с первой попытки. Я, кстати, чувствовала, что может быть сильная попытка, сильный захват, и видите, он свершился. Так, сейчас попробуем зайку еще достать. Ну-ка, зайчка, давай поднимайся. Эх, жалко, не смог его взять. Но он такой маленький. Там еще вот такая кошка, я ее как-то доставала. Но она немножко за бутылочкой кока-колы. Поэтому, конечно, не очень удобная, наверное. Так. Пробуем. Ну-ка, зайка. Зайка, зайка, берись. Эх, жалко, бросает он нашего зайку. Так, ну, хотя бы донести бы его. Но видите, как он устроен? Он прям разжимается. Он едет, 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 а потом разжимается. Но тут зайка единственный такой на открытом пространстве. Другого пока не вижу. Поэтому будем пробовать зайку. Санька, давай, давай, ну, ну. Ты уже близко, смотри, как ты уже. Ну, пожалуйста, давай, донесись. Ну-ка. Даже не знаю, как его здесь охватить. Жалко, что у меня с собой нет десяточек. Были бы у меня десятки, я бы, конечно, зайку запросто достала. Ну, видите, их нет, пришлось издалека его прямо тащить. Ну, и из-за этого, конечно, он его разжимает. Так, ну-ка, пробуем. Пробуем, пробуем. Давай, 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 несись. Ура! Так, ну что, посмотрим, кого мы достали. Так, ну-ка, смотрим. Так, вынимаем. И сегодня у нас такой божественный, мягкий панда. Зайка. Вот такие вот у нас хорошие, милые друзья сегодня пришли. Вот здесь даже его можно вешать на крючочек. Я его давно хотела, он классный. Ребята, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал Game Country. Пишите в комментариях, откуда такие панды, и что это за мультик, или фильм такой, или может быть игра. И всем пока-пока. До новых встреч. До новых игр, ребята. До новых игр.